можно наблюдать редкую картину. Пара леопардов в мирной гармонии. Леопарды присоединяются к самкам всего на несколько дней, когда самка готова. Это почти единственный шанс увидеть такого скрытного самца. В тени галерейного леса они начинают спариваться. Они спариваются неоднократно. Частое спаривание нужно для хорошей овуляции. В ближайшие несколько дней в этих зарослях будет жарко.